библиотеке имени Бунина состоялось уже третье собрание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу». На собрании рассмотрели тему интертекстуальности, то есть поговорили о связях между текстами, благодаря которым эти самые тексты друг на друга ссылаются разнообразным способом. Участники клуба поделились собственными сочинениями, в которых находились ссылки на произведения Джон Роулинг про Гарри Поттера, на книги Сапковского про Ведьмака, на труды Станислава Лема, Бродского, Пелевина и даже группы Нирвана.